Я даю нам шансы. А я простил ее. Но опять, опять, опять мы как на Майлз, а я с тобой. Моя попытка номер 5. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Вова. Кто впервые на канале, жмите эту кнопку и оставайтесь здесь. А сейчас, как и обещал, будет разбор на песню «Попытка номер 5». Так что садитесь поудобнее, берите ваши гитары и поехали. Если играть в оригинале, то нам понадобятся следующие аккорды. Первый – это до минор, цем. Второй – соль диез. Джи диез, да? Дальше аккорд Б. И аккорд соль минор, джем. Вот. Это аккорды оригинала. Я же играл следующие аккорды. Это первый – ЕМ. Дальше аккорд С. Потом аккорд D и BM. Если не умеешь играть BM, Баре, да, то можешь брать H7. Немножко не такое звучание будет, но пойдет. Раз, два, три, четыре. Либо вот это. Поехали дальше. Что касается правой руки, то здесь все просто. Сначала я играл просто пальцем вниз. Потом, чтобы разбавить, я добавил бочку. То есть один такой рисунок на каждый аккорд. Раз, два, три, четыре. На ЕМ, потом на С. Раз, два, три, четыре. И так, ну, дальше. Значит, как играть? Удар костяшки вот этой, да? По вот этой части вот деревяшки, да? И вместе с пальцами по струнам. Вот так. Ну, вот такое должно получиться. А дальше мы просто чередуем. Вот пальцем сюда и вот удар. Все очень просто. Главное, ну, медленно вот это делать, заучить хорошо, и оно будет на автомате все. Вот. Потом аккорд С. Потом D и BM. Что касается следующего боя, то он похож на этот, только немножко заапгрейджен, короче. Вот. Вот так. То есть играем сначала так же, но уже потом идет вот так. Понятно? Еще раз. А потом продолжаем. Вот, мы чередуем. Раз, бам, два, бам. Вот такие удары. По очереди, да? А теперь соединяем. Вот эту механику главное выучить медленно, и дальше все будет получаться. Вот это один круг, еще раз. Второй круг, еще раз. Вот и все. Теперь две руки вместе. Значит, сначала я играл пальцем вниз, как говорил, да? Вот, на слова «не звонишь ты опять». И так дальше, вот. На слова уже я не ревновал, я применял бочку первую, да? Я не ревновал и всегда тебя искал, да, я тебе доверял, но снова напрасно. Потом вот так. И уже в пятый раз я даю нам шансы. И бочка опять та же самая, да? Я простил ее, но опять, опять, опять. Вот, вот первая половина мы так играем, а за вторым разом уже применяем вот, вот эту с этими ударами, да? А я простил, я
простил ее, но опять. Ну и так дальше. Вот, собственно, весь разбор. Надеюсь, тебе все понятно и доступно объяснил. Если это так, жми палец вверх, пиши комментарии и приятного тебе обучения. Всем удачи, всем пока. Подпишись на канал и поставь мне лайк. С уважением, Вова Арт.